что значит не надо? Не надо тут умирать, не надо тут умирать. На уговоры позвать врачей шимкенский бомж Виктор Ширяев никак не соглашается. Говорит, сам как-нибудь вылечит рану на ноге. Пытаясь согреться на трубах, Виктор Ширяев обжег ногу до мяса. Кипяток пошел оттуда, на ногу. Ничего такого страшного нет. Но вы же сейчас не можете ходить. Да ну вот пока, она стягивает нога вся. Вот ребята приносят, мазь приносят, масло приносят. Помогают Виктору такие же бездомные. Приносят с помойки еду, если повезет, и масло, чтобы на время успокоить рану. Настоящих друзей Виктор Ширяев нашел, когда оказался на дне. А когда-то у него были и дом, и семья. У Виктора, почти как у всех бездомных, одна история. Предательство толкнуло их на улицу. Вот так вот братья прокинули, и все, остался без дома. Не давали жить, да и все, выгнали, да, я сказал. Иди, говорит, в реке спи. А потом в суд идти, это судиться. И надо опять деньги, а их опять нет. Ну, я и сказал, Бог с ним. Бог рассудит. Обитающих на дне хорошо знают местные жители. Говорят, в этом колодце уже погибли 4 бомжа, а некоторые...